все лучшее детям. Именно поэтому в рамках наказов избирателей депутаты городской и областной думы в последнее время выделяют все больше средств на установку детских площадок. За все время благодаря этой программе было установлено более 600 игровых комплексов в различных районах города. В этом году новенькие детские площадки появятся в 100 дворах. Правда, пока окончательно не определено, кто за площадками будет следить – муниципалитет или же непосредственно сами жильцы. С точки зрения разумности и здравого смысла, конечно, что площадка, она находится и обслуживает жителей многоквартирного дома, казалось бы, это один из путей решения вопроса. Второй, конечно, мы прекрасно понимаем, что сорганизоваться жителям достаточно сложно. Поэтому мы сегодня как раз проводим совещание по этому вопросу с приглашением членов общественной палаты Ивановской области, и этот вопрос будем обсуждать.